Этот ролик создан при поддержке букмекера OneWin. OneWin – надежный букмекер с высокими коэффициентами, быстрыми выплатами, широкой линией ставок и круглосуточной поддержкой. Регистрируйся прямо сейчас и получай крутые бонусы. Ссылка в описании. Всем привет! После окончания чемпионата мира можно считать минувший футбольный сезон официально завершенным. И пришло время смотреть в ближайшее будущее. Сегодня мы поговорим о вратарях, которые, по нашему мнению, будут феерить в FIFA 19. У этого рейтинга не будет победителей и проигравших. Мы просто посмотрим на великолепную семерку парней, которые постараются сохранить ваши ворота в неприкосновенности. И при этом получат прибавление в рейтинге в новой части FIFA относительно предыдущей. Кстати, напиши в комментариях, кто твой любимый вратарь в FIFA. Сравним наши предпочтения. А мы начнем с одного из лучших вратарей чемпионата мира Джордана Пикфорда. Многие со скепсисом воспринимали его в качестве первого номера английской сборной, но доверие вратарь Эвертона оправдал сполна, выручая команду в самых сложных моментах. В FIFA 18 вратарь начинал с рейтинга 77, зимой получил апгрейд на 2 пункта, и можно не сомневаться, что в новой части Пикфорд и его карточка будут выглядеть еще круче. В минувшем сезоне АПЛ на счету Джордана 10 сухих матчей. Перемещаемся в Бундеслигу, где нас ждет капитан Шальке Ральф Ферман. Во многом благодаря блистательной игре голкипера, гельзенкирхенцы сумели завоевать серебро Бундеслиги. Его рейтинг в 84 в FIFA 18 был достаточно высоким, но и он не отражает в полной мере блестящую форму немецкого кипера. 13 сухих матчей в Бундеслиге являются лишним подтверждением этому. В FIFA 19 Ферман точно должен быть очень крут. Продолжает наш топ человек, который в ближайшее время должен усилить Ливерпуль Алисон Беккер. У 25-летнего бразильца в FIFA 18 была карточка с рейтингом 80, которая выглядит просто смехотворно по сравнению с вкладом, который внес в игру Ромы Алисон. Вратарь вместе с командой сенсационно добрался до полуфинала Лиги Чемпионов, а на чемпионате мира надежно оберегал ворота своей сборной. Независимо от того, где Беккер продолжит карьеру, своей карточкой в FIFA 19 он сможет украсить сборку любой лиги в Ultimate Team. Заглянем в чемпионат Франции, и там мы видим хорвата Даниэля Субашича. Две выигранных серии пенальти на чемпионате мира плюс два отличных сезона в Лиге 1 позволяют хорвату рассчитывать на увеличение рейтинга в FIFA 19. Да, ему уже 33, у него в FIFA 18 был и без того солидный рейтинг 85, но это далеко не предел для надежного и хладнокровного голкипера. Опытный Лукаш Фабианский был одним из светлых пятен Суонси, вылетевшего из АПЛ. Польский страж ворот умудрился отыграть 9 матчей на 0 в составе команды, которая терпела крушение. Естественно, этот перформанс не мог остаться незамеченным, и новый сезон голкипер снова начнет в АПЛ в составе Вест Хэма. В минувшей части игры у него был рейтинг 80, и если EA хоть чуточку следила за выступлениями Фабиански в АПЛ, то его апгрейд неизбежен. Пожалуй, самым стабильным и одновременно прогрессирующим вратарем последних лет является Ян Облак. Кипер Атлетико 3 года подряд выигрывает Трофео Самора, которым награждается лучший вратарь сезона Ла Лиги. В минувшем чемпионате он отстоял 22 матча на 0 и выиграл с Атлетико Лигу Европы. Вполне весомые аргументы, чтобы к его рейтингу 88 прибавились еще пару пунктиков, и Облак в FIFA 19 стал настоящим монстром. Ну и от нормального лица Яна мы бы тоже не отказались. Закрывает нашу семерку еще один бразильский вратарь, который стал одним из открытий сезона АПЛ. 35 миллионов фунтов, выложенные за Эдерсона, Ман-Сити окупил сполна, и голкипер стал одним из героев чемпионского сезона. В FIFA 18 он начинал с рейтинга 83, а затем получил зимний апгрейд на 1 пункт. В FIFA 19 ожидаем еще большего роста скилла у 24-летнего вратаря Сити. Ставь лайк, если тебе понравился такой формат, и ты будешь ждать выпусков об игроках других амплуа. И не забывай подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе свежих видео от Кибербола. До скорого!